Мамина перловка, да допрыгни, да, ты уже, мать твою, я уже заколебался эту гонченую карту проходить, 200 смертей, FIFA, Star Wars Battlefront и также куча видео по GTA 5 сможешь найти на канале Digital Jack. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее продолжение прохождения замечательной Тинки паркур карты, где мы будем продолжать прыгать по стенам, летать и всякое другое, ребята, вас ожидает в этой серии, но перед этим не забываем ставить лайки, потому что чем быстрее мы наберем 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия, ребята, и благодаря вашим лайкам, я уже, если честно, чувствую себя намного лучше. Кто не знает, я был болен, если честно, долгое время, где-то недели, полторы, даже две. Но, ребята, благодаря вам я вылечился еще быстрее, чем мог бы без ваших лайков. Поэтому, ребята, каждый ваш лайк для меня очень важен. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг. Поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Я прошу потратить на меня всего лишь 2 секунды. Одну, чтобы поставить лайк, одну, чтобы подписаться на мой канал. Все, ребята, я буду очень сильно этому рад, если вы вот это сделаете. Тянуть мы больше не будем и сразу же приступаем к самому видео. Ну что, ребята, это у нас 6 уровень. Кто помнит, то 5 уровень мне удался довольно-таки сложно. Да, в принципе, первые 5 уровней мне дались очень сложно. Что будет в 6, 7, 8, 9, 10 уровне, я даже не хочу знать. Но если за первые 5 уровней мы уже умерли 100 раз, я не хочу думать, что будет дальше. Поэтому, ладно. Старт не очень хороший, потому что я, если честно, пока что не представляю, что нам нужно делать, но будет сложновато. Да, долетели. Я надеюсь, что тут чекпоинт есть или нет. Опа! Замечательно, ну хотя бы сюда допрыгнуть. Да, чекпоинт. Уже небольшое облегчение, но все же, ребята, как нам... Во, долетели, еще один чекпоинт. Ух ты ж, мать моя. Женщина, офигеть. Ух ты. Я даже сюда не клацнул, я так долетел. Так, ладно. Ух ты ж, нафиг, ёшкин матрёшкин. Да. Круто. Да, я появился в жопе пионера. Так, ладно, давайте будем сейчас... Вот это хреновенько. Хреновенько. Даже туда не могу поставить блок. Ну ладно, сейчас поставил, это такое. Во, вот это! Ух, 6 уровень. Прям прошли, прям у меня случилось. Но все же, ребята, мы приступаем к 7 уровню. Осталось 4 уровня. Чем дальше, тем хуже это... все знают, да? Поэтому будем пытаться... Так, ладно, мать твою, иди сюда, дайте я попаду хотя бы. Пум! Так, круто, а как мне вообще туда допрыгнуть? Да допрыгни, да лети ты уже нафиг, собачура. Так, мне кажется, то, что где-то на 7 уровне, я просто выйду нафиг, вылечу и удалю эту жопастую карту. Да твою мать, я уже начинаю... Охренеть просто. Да прыгни ты уже, а 100-килограммовая жопа. Может мне... силы не хватает, может каши мало ел. Я не знаю, ребята, что моему... То он перелетает, мудачина, то не долетает, идиотина. А что тебе нужно? Как тебе вообще попасть в центр? Может тебе нафиг прицел новый купить? Я не знаю, ребята, где можно купить новый прицел? Вот посоветуйте. Да! 159 смертей. Это начало 7 уровня. Я до сих пор не могу туда допрыгнуть. До сих, мать его, пор. Пожалуйста, помогите мне кто-то. Да помогите, я не знаю, ребят, кого просить о помощи, потому что безумие уже на подходе, ёшкин кот, да иди сюда, ребята, кому? Аллилуйя, допрыгнул, нифига себе, так, чекпоинт, дайте мне чекпоинт, в жопу ваши блоки и всю нафиг вот эту карту, если я сейчас не допрыгну, я прыгну в эту яму. Чекпоинт! Чекпоинт! Это круто! Так, это тоже круто.
Так, это тоже круто. Я просто не знаю, какие мне слова выбирать для того, чтобы допрыгнуть туда. Какой у меня TNT? Small TNT. Зашибись. Так, у меня, то есть, есть выбор или что у меня есть? То есть, я могу туда прыгнуть, и вряд ли я туда смогу допрыгнуть. Ударять, фиг его знает. Давайте все-таки... может... Охренеть! Так, замечательно. Как мне туда допрыгнуть, Машкин? Так, ладно, 167 смертей, ага. Прыгни, мое сердце любимое. Так, иди сюда. Как мне туда допрыгнуть, а? Блок конченый слайма. Как мне туда допрыгнуть? Может мне просто-напросто на этот блок прыгнуть, да и все? Я не буду мучаться. Вряд ли я даже туда попасть смогу, если честно. Что-то у меня есть такое ощущение, то что... Хочу! Баба Маруся сказала то, что я смогу туда допрыгнуть. Даже сейчас попробуем. Оп! Ну, чуть-чуть не хватает. Мы почти попали. Прям как утром в туалет. Так, ладно. Как мне туда попасть? Так, пожалуйста, блок слайма. Будь вежлив с нами. Мамина перловка, да допрыгни ты уже, мать твою, я уже заколебался эту конченую карту проходить. 200 смертей, за два уровня я уже умер 100 раз. И это еще не все, потому что карта еще не закончилась, нафиг. Может мне нафиг выйти, да, и все, и просто закончить прохождение этой сумасшедшей карты, мать его, на вот этом месте. Я сюда допрыгнул! Пожалуйста! Офигеть! 243 смерти! Я наконец-то прошел, мать его, 7-й уровень. Жопа носатая! Офигеть, ребята, но я не представляю, что сейчас у нас будет в 8-м уровне, и я даже не хочу этого знать, и я вот... Охренеть, это что такое? То есть мы сюда даже падать не можем, это я понял. Даже прикасаться не можем или можем. Ну, это нас не так... О, нифига себе, я даже этого не заметил. Круто. Это нам дает Jump Boost. О, спасибо за ачивку, это все очень круто, я очень благодарен. Так, ладно. 8-й уровень. Что это такое? Нам туда нужно добраться. Что это такое и куда мне вообще нужно пойти? Мне нужно два раза оттолкнуться вот тут. Так, ладно, нужно... Вот нужно, я не знаю, тут каким-то гением нужно быть, чтобы рассчитать. Потому что если ты очень близко подлетишь к этому редстоун блоку, то ты не сможешь поставить TNT, потому что... потому что не будет места для того, чтобы поставить блок. Потому что ты уже будешь... Вот, сейчас я не мог поставить, потому что я был очень близко к этому блоку редстона, и я не смог поставить TNT, потому что, ну, допрыгни ты уже нафиг. Потому что просто-напросто не хватает места для того, чтобы поставить. А если я буду очень далеко, то я просто-напросто не смогу... Я не смогу оттолкнуться... потому что не будет хватать силы, как сейчас, чтобы нас просто подкинуть. Кто придумал эту карту? Покажите мне, я ему нафиг руки отрублю. Пожалуйста, кто придумал эту карту? Какой-то америкос 100%, потому что наши бы такие не... такую бы карту 100% не придумали. Прыгни, твою мать, волной этой нафиг взрыва. Да подкинь мою жопу уже вверх. Я не знаю, ребята, все, я уже сумасшедший, я уже не знаю, что делать. Мне уже это все надоело, эта карта. Это 8-й уровень. Поставь, мать твою, вот этот блок... То место, куда тебе нужно поставить. Просто блок место. А туда и туда я вряд ли смогу допрыгнуть. Все же нам нужно проходить, знаете, в этих... В этой карте таких каких-то срезов нету, да, например, как в гонках, что главная дорога, и ты можешь, например, как-то срезать на каком-то повороте через какое-то там потайное место. В этой, мать ее, карте такого нету. Бабушкины пирожки, да дай мне...
Охренеть просто, ребята, вы меня слышите? За мной уже сейчас Дэдпул придет, или Джокер, или кто там еще нафиг сумасшедший существует, потому что я уже сумасшедший. Охренеть, 284 смерти. Да допрыгни на эту хренотень, я не знаю, что такое, может это корабль какой-то, летучий голландец нахрен, или что это такое, или таджики построили ресторан какой-то новый, допрыгни к этой чертовой хрени. Да, мать его, прыгни и поставь блок туда, куда нужно ставить. Ребята, помогите, вытащите меня отсюда нахрен уже. Терапевта вызывайте, все, жопа, крыша съехала нахрен, продал за полцены. Да, все, я прошел карту, да, все тут нормально, то есть, ага, я сюда прыгнул. Замечательно. Это значит то, что я прошел карту, ребята, замечательно. Если бы это было так просто. Ну ладно, будем дальше проходить. Я сошел с ума, короче, ребят. Все. Я не знаю, будет вам интересно продолжать смотреть мои видео, потому что все, Эдисона Крейсера уже поехала нахрен. Во! Умри, супер! Умри ты, супер! Так, а сейчас куда? Сейчас, охренеть! Охренеть! Я похож, я не знаю, на кого я должен быть похож, чтобы проходить вот такие сумасшедшие карты. С меня паркурис нахрен, как я уже говорил, с бабой Зиной, продавщица презервативов. Да допрыгнем. Да ты издеваешься, а? Ты издеваешься? Издеваешься? Крыша есть? А если найду? Допрыгнул. Допрыгнул-то я допрыгнул. А что мне дальше делать? Охренеть. Здрасте, командный блок, что вы от меня хотите? Я не знаю, может, он тут случайно, или просто-напросто стрелочка нам сюда показывает, то, что, мол, нам туда прыгать. Так, куда нам прыгать-то нафиг нужно? Так, ладно. Издеваешься, а? Паскуда, издеваешься. Вот это шуточки-прибауточки уже нафиг, а? Прошел! Офигеть! 9-й уровень. Заканчиваем мы сейчас, наверное, на этом, потому что я не знаю, ребята. Я не знаю, что сказать об этой карте. Никогда нафиг. Никогда не играйте. Никогда. Если вы прошли эту карту, вы прям, я не знаю, кто вы. Кто вы нахрен? Вы что, сын Супермена или кто? Кто вы такой? Ты кто такой, если ты эту карту прошел, а? Кто ты такой нафиг? Я не знаю. Вряд ли ты человек, если ты смог пройти эту карту. Потому что человек никогда не сможет пройти эту карту. Это я вам, ребята, 100% говорю. Никогда. Никогда человек не сможет пройти эту карту. Твою мать, да я даже сейчас уже сюда допрыгнуть не могу. Ты еще издеваешься, а? Во! Во, долетел. Долетел-то я долетел тут до одного места нафиг. Так, чекпоинт, да, сохранился. Замечательно то, что я хотя бы сохранился. Так, это что такое? Так, у меня уже голос нафиг поменялся, пока я тут орал и проходил эту конченую карту. Это, походу, секрет. Я уже знал то, что на этой карте есть два секрета, потому что в лобби, когда ты там проходишь, играешь и многое другое, там тебе пишет то, что ты можешь на этой карте найти какие-то два секрета, с помощью которых ты сможешь разблокировать какие-то там дополнители, мать его, уровни, что-то в этом роде. Но это мне нафиг не нужно. Это мне нафиг не нужно, потому что я хочу пройти эту карту долбаную. Долбаную карту. Вот видите, это какой-то там... Зачем я вам это хотел показать, ребята? Зачем я вам хотел это показать? Вот кто мне... Замечательно. Так, сейчас. И мне нужно сюда, потом, ага. Да, круто, зашибись. Я в шоке. Я допрыгнул, но я не попал. Да иди ты в задницу собачью, а! Во! Допрыгнул! Мать его, допрыгнул. Только сейчас бы мне как-то... Еще туда допрыгнуть, чтобы я не умер. Потому что если я сейчас умру, это что такое? Охренеть, куда я забрался? Я, наверное, сюда не должен был забираться.
Так, а куда я вообще двигаюсь и куда мне нужно идти? Автор! Автор! Круто! Ты прям самый лучший, то, что ты допустил этот баг в игре. Я надеюсь, то, что я сейчас могу жопу тебе-то вздернуть и пройти этот конченый уровень. Да! Автор! На тебе по самые гланды! Я вздрючил, да? Все, да, баг, но все же. Я забрался туда, куда я не должен был забраться, но я прошел уровень через баг, потому что автор Чуркистан Петрович нафиг. И я все-таки прошел этот уровень, хоть и нечестно. В принципе, это не моя ошибка, это ошибка автора, поэтому мне как-то похрен. То он нам не додает силы для того, чтобы подпрыгнуть, то я вообще блоки не могу поставить. А сейчас я так нахрен прыгнул, что ты даже не ожидал, что, то, что я туда запрыгну. Вот нафиг. Апельсинчики тебе в корзинку. Так. Но походу он нам сейчас решил отомстить. Да. Потому что я должен от стены оттолкнуться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И потом забраться куда-то сюда. Семь. Я надеюсь, что я опять через какой-то баг смогу туда забраться. Надеюсь. Ну ладно, давайте попробуем, что... Охренеть. Автор, я тебя люблю. Я тебе вот прям сейчас признаюсь в любви. В любви. Любли нафиг. Так, ты чурка, а? В хорошем смысле слова ты чурка. Да прыгни, брам-бам-бам-бам-бам! Ох ты ж нахрен! Это я прохожу эту карту для тех, кто меня просил. Эдисон, когда будет следующая паркур-карта? Эдисон, пройди, пожалуйста, еще какую-то паркур-карту. Ах ты ж нахрен! Если кто-то еще хоть раз напишет, это последняя паркур-карта. Все. И паркурщики, я вас сильно люблю, но я не знаю, что вам сказать, не хочу никого обидеть, но все. Если кто-то еще раз хотя бы мне предложит Эдисон или скажет, Эдисон, пройди еще раз паркур-карту, я его сожру нахрен, честное. Честное слово, я его сожру, даже греть в микроволновке не буду, ни солить, ни перчить, просто нахрен сырого сожру, потому что не все харе этих конченых паркур-карт. Я надеюсь, да, тут есть чекпоинт. Мать моя женщина. А как мне... Ладно. А как мне нафиг туда допрыгнуть? Как мне туда допрыгнуть, а? Как мне туда допрыгнуть? Ну, я, в принципе, понял, что нам нужно. Но это охренеть как сложно. Это охренеть как сложно. Я не знаю, автор, ты думаешь, кто я такой нахрен? Внук Бэтмена, я летать могу или кто я такой нахрен? Я гений какой-то, а? Кто я нафиг? Кто? Я должен рассчитывать нафиг, какая сила удара должна быть или что-то еще в этом роде. Допрыгнул, допрыгнул. Автор, ты молодец. Я тебя очень сильно люблю. Паскуда конченая. Автор, скотина, как я туда должен допрыгнуть, а если это даже нормальный паркур, куда ты блок в жопу запихнул? Я как я, тут же я никак не могу оттолкнуться. Ах ты ж, ёшкин кот, как же я туда должен допрыгнуть? Это вообще реально? Это обычный паркур нафиг, это обычный паркур, как я должен туда допрыгнуть? Это нереально, ребята. Это просто нереально. Я не могу туда допрыгнуть. Нет, могу. Пошутили. Так, ладно. Охренеть. Сейчас я должен туда допрыгнуть, да? Пошел бы ты в задницу. Далекую, глубокую и темную, ага. Ребята, вы в курсе то, что это последний участок? Если я его смогу пройти, то все, вот там у нас конец этой карты. То есть все. Но это нереально нахрен. Как я оттуда должен допрыгнуть сюда каким-то боком, поворотом, подскоком нафиг? Ладно, отсюда я допрыгну сюда, но это последний участок. Как я должен туда допрыгнуть? Как? Мама, Мия, Лукачина, ну скажите мне кто-то, как я должен туда допрыгнуть? Пожалуйста, кто-то, кто? В зале, голосуйте нафиг. А, я, все, конец, крыша, мандарины, арбуз нахрен. Крыша е... Серьезно, да? Серьезно, знатоки в студии, скажите, что это было за хрень? Что это было за хрень? Я допрыгнул, я мог сейчас уже с вами прощаться, потому что я бы мог пройти эту карту прямо сейчас. Но я упал, я не нажал Shift, и оно там не остановилось. Кто?
Кто будет следующим президентом в Таджикистане? А? Я сейчас должен туда как-то допрыгнуть, да? Ага. Ну, в принципе, я сказал то, что я сюда смогу допрыгнуть, но я нахрен не лягушка какая-то, не жаба нафиг. Хрен я смогу туда допрыгнуть, разве что... Охренеть. Серьезно, да? Ага, да, серьезно? Вы, и ты, и они нахрен не... Папа Римский, следите за этими фейлами, сколько там уже 456 фейлов. И я каждый раз прохожу вот эту хрень заново, потому что если я вернусь сюда, мне нужно опять это проходить. Привет. Пошел! А я дурачок. Прошел. Прошел. Я не знаю. Я не знаю. Что мне... Кто? Самая жуткая карта в моей жизни. До сих пор. Никогда. Никогда мне больше не советуйте проходить паркур карты. Никогда. Я... Крыша сдвинулась... Улетела. Все. Я уже даже не могу слова нормально составить в одно приложение, потому что это уже чересчур. Это уже для меня чересчур, ребята. Я покраснел, побледнел, нагадил себе в штаны 35 раз, когда проходил эту карту, а нагадил того, то, что тужился прям, ну допрыгни ты уже, допрыгни. Никогда не советуйте мне проходить паркур карты. Это была последняя паркур карта. Все нахрен. Никогда. Все. Паркуром нужно завязывать. Это демоны создавали паркур. Все. Все. Ребят, я надеюсь, что вы мне поставите лайк за эту карту, потому что чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новое видео, только не паркур. Все, паркурчики. Все. Если вы хотите, чтобы я реально через пару паркур карт с ума сошел, у меня просто-напросто люди в халате пришли, забрали, связали и в белые... Стены бы меня, комнату с белыми стенами бы запихнули, то, ребята, все, извиняюсь, я больше не могу проходить паркур карты. Но все же, ребята, набираем 1500 лайков, выходит новое видео. Я надеюсь, что я заслужил 2500 лайков за этой серии, потому что эту карту я проходил пару часов. Для вас это может там я нарезал 20-30 минут, но это охренеть просто. Это охренеть просто, ребята, сколько. Я рейдж-квитил раз 30. Я выходил, потом через пару часов возвращался. Думал, сейчас допишу до конца. Потом опять охренеть, лучше вам не знать. Поэтому, ребята, 1500 лайков, выходит новое видео. За это я вам также скажу большое спасибо. Это не так-то сложно поставить один лайк. Также подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Поэтому я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Да, ребята, я прошу потратить на меня всего лишь 2 секунды. Одно, чтобы поставить лайк, одно, чтобы подписаться на мой канал. Все, ребята. 2 секунды потратьте, я скажу за это вам большое спасибо. Как видите, все, крыша уже поехала. Я скажу вам за это большое спасибо, ребята, потому что это не так-то сложно. Ну и просто-напросто вы ускорите выход нового видео, оно выйдет как можно быстрее. Потому что вы поставите лайк, да. Давайте уже побыстрее заканчивать, потому что я уже спать пойду, или я не знаю куда, что мне сейчас делать с моей поехавшей крышей. Но все же, ребята, я рад, если вы досмотрели это видео до конца. Если вы досмотрели это видео до конца и так не нервничали, как я, и у вас с башкой все в порядке, вы реально молодцы, потому что многие перематывают, многие выключают. Если вы досмотрели, я даже не знаю, что вам сказать, просто нереальная вам уважуха. Ребята, не расстраиваемся, то, что видео заканчивается. Видео выходит каждый день. Я каждый день вас жду на своем канале. Приходите, смотрите мои новые видео. Я всегда буду вам рад. Поэтому, ребята, не стесняйтесь. Я еще раз скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.